Новый учебный год 9 сентября начнется у воспитанников воскресной школы при Спасо-Преображенском соборе. Там ждут как своих постоянных учеников, так и тех, кто только планирует заняться духовным самообразованием или привести в школу ребенка. Каждому родителю, каждому человеку хочется, чтобы его чадо росло и получало не только набор знаний, который будет необходим в жизни, но росло прежде всего человеком. Человеком духовно образованным, человеком, имеющим определенное воспитание, ценности, человеком, который знает традиции своей страны, своего государства и, прежде всего, верующим православным человеком. В младшую подготовительную группу приглашают детей в возрасте от 4 до 7 лет. Малыши постигают основы веры в игровой творческой форме. Отдельный класс формируется для школьников от 7 до 15 лет. Кроме того, в этом году будет открыт православный молодежный клуб. Продолжит работу и воскресная школа для взрослых. Как и прежде, обучение бесплатное, занятия проходят по воскресеньям с 12 часов. 9 сентября после божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе будет отслужен молебен на начало учебного года для воспитанников воскресной школы. Затем слушателей приглашают на организационное собрание в епархиальное управление. Новый учебный год начнется и у воспитанников Свято-Ильинского храма города Выборга. 8 сентября в 16:00 всех желающих ждут на день открытых дверей в духовном центре «Евангелиум». В течение часа можно будет познакомиться с объединениями, которые ведут свою работу и пользуются популярностью как у детей, так и у взрослых.